Так ты ж одну снимал. Парень в своем мире. У каждого свой мир. Раз в неделю буду выходить в прямой эфир и показывать вам разную музыку, на которой я рос, которой я вдохновлялся. Чтобы у вас было представление, какое большое и огромное количество есть хорошей музыки, достойной в этом мире, которую стоит послушать и что-то для себя вынести. Пиздец. Ребята, осталось, чуть-чуть подождать, и вы вздохнете свежим воздухом. Я вам обещаю, пацаны. Ребят, насчет ситуации с Ефремовым. Вы знаете, тут нету ничего, честно, нового и удивительного, и какой-то сенсации не произошло. Всю жизнь я встречаю это. Такие ситуации происходят постоянно. И у меня есть куча знакомых, не таких популярных, как киноактер Ефремов. Просто обычные ребята, у которых из богатых семей, да? У которых состоятельные родители. Они тоже много раз избегали законов и наказания, потому что у них есть власть, деньги и связи. Человек, наверное, который погиб, он уж точно не виноват, что его сбил какой-то пьяный водитель, да? Но таких ситуаций их тысячи. Обсуждать это не имеет смысла, ребята. Я уже вам 1000 раз говорил. Мне уже 31, многие люди старше меня, ничего не меняется. И ничего не поменяется. Вы можете успокоиться, реально. Обсуждать это в интернете — это глупости. Сколько бы вы ни обсуждали, как плохо вы бы ни говорили и как бы поменять вы ситуацию не хотели в лучшую сторону, ничего не поменяется. Поменяется все только в одном случае, когда сменится власть. И непонятно, что будет, да, после смены этой власти. То есть, может быть, все наладится, да, в России. Может быть, все станет только хуже. Да, понимаете, о чем я вам говорю? Я, честно, не лезу в политику особо. Я не настолько, может быть, эрудирован и образован, чтобы лезть туда. Но одно я могу сказать точно, что все катится в пизду и очень быстро, как бы. И никто и ничто на это повлиять не может. То есть... И остается только ждать, ребята, и надеяться. Что еще делать? Ребята, и вот еще одна просьба моя. Если вас специально все вокруг, ваши родители, знакомые, те, на кого вы работаете, те, кто стоит выше, они специально паразитируют и специально вас делают, чтобы вы со временем все тупее и тупее становились, да? Наверное, не знаю, прислушивайтесь там к себе или к своему сердцу, но не поступайте так, как вам говорят люди, большинство людей, потому что это приведет к краху, к очень большому. Все люди специально делают музыку, люди специально придумывают какие-то новые законы, люди специально все делают, чтобы держать вас в ежовых рукавицах. Пытайтесь как-то саморазвиваться сами, я не знаю, даже понятно, что среди всей этой информации куча фейка, но есть и правдивая информация.
Сейчас уже в мире очень сложно разобрать, что правильно, а что нет. И вот я вам желаю всем найти то правильное. Скажу еще слова моего друга, близкого с детства. Все как в рабстве. То есть вот рабам в старые времена не давали читать книги. Не давали умнеть, потому что если они прочитали бы эти книги, они бы пошли и убили, скорее всего, своего хозяина. Если кто смотрел «Джанго» фильм, да? Все примерно так же. Всю ту же ситуацию можно перенести и на нынешний мир. Вот вам не дают читать книжки, ребята. И это печально. Не хочу я чути твій голос, не треба мені твоїх сліз. Я прошу тебе не наярюй, бо що в мене є цей сліз. Ти не наярюй, ти не наярюй, ти.